25 человек задержаны, на них возбуждено уголовное дело. Вы знаете, что согласно поручению главы государства Касым-Жомарта Кемелевича создана межведомственная следственно-оперативная группа из числа работников Генеральной прокуратуры, Министерства внутренних дел, Комитета национальной безопасности. Сейчас они работают, идет следствие, и итоги потом покажут. Бердыбек Машпекович, скажите, пожалуйста, было объявлено честь техногенного характера. Почему именно техногенного? Там что-то взорвалось? Нет, там ничего не взорвалось, но вы сами знаете, видели в сюжетах, там был повреждены очень много жилых домов, был пожар, поэтому было объявлено чрезвычайная ситуация техногенного характера для того, чтобы все это навести в порядок, привести в соответствие. А разве данная честь не подпадает под данная честь разве не подпадает под честь социального характера? Нет, здесь не подпадает это основной техногенный характер, потому что мы должны, во-первых, восстановить, как я сказал, все жилые дома, торговые точки, дороги должны очистить, улицы и так далее. Поэтому она, в основном это техногенного характера, здесь социального характера нет. Единственное, здесь будет семьям погибшим, потерявшим своих кормильцев, соответственно закону нашей республики, будет оказана социальная помощь.